Мы находимся на выставке House Hold Expo, разговариваем с нашими гостями, партнерами. У нас партнер в кадре. Юрий, расскажите, как дела у компании на рынке и что в этом году вы собираетесь представить или удивлять, чем собираетесь рынок? Ну, я представляю здесь компанию 1С франчайзи Satis. Это партнер фирмы 1С. С 1994 года мы работаем совместно. И на этой выставке для клиентов, для посетителей выставки мы представляем мини-ERP-систему, которая называется «Управление нашей фирмой». Эта система, в отличие от обычных торговых складских систем, позволяет вести не только учет складской, не только продаж, но и рассчитывать прибыльность бизнеса, работать с потенциальными клиентами, включает в себя в систему CRM, включает работу с торговым оборудованием. И самое удобное в этой системе, что работает она не только из коробочной версии, но и из облака. То есть у тех ритейл-компаний, которые имеют различные магазины, разбросанные территориально, очень важно иметь единую систему учета для всех этих магазинов. Вот такую систему мы показываем на выставке сейчас. Скажите, таких систем, наверное, немало на рынке. Есть ли смысл ритейлеру или какой-то компании уходить со своей текущей системы на вашу новенькую, если у вас какие-то преимущества? То есть как ему принимать решение, если у него уже что-то стоит? Ну, практика показывает, что вот долгая работа с ритейлом показывает, что или ведутся все системы там в Excel чаще всего, особенно когда фирма начинает свою работу, это весь учет товаров, весь учет доходов и расходов ведется в Excel. Вторым шагом наступает это приобретение бухгалтерии, и когда бухгалтер начинает вводить уже в бухгалтерскую систему часть данных. Но бухгалтерская система не дает владельцу компании и хозяину фирмы, и менеджменту понятия, что является для них в данный момент наиболее прибыльным, наиболее удобным для продажи, самым выгодным товаром. Бухгалтерская система больше рассчитана для расчета с государством, то есть определить вашу налоговую нагрузку, налоговую базу и рассчитаться с государством. Но для управленческого учета вам нужна совершенно другая система. И вот переход именно с Excel и с бухгалтерии на новую систему учета, он делает скачок в росте бизнеса, потому что вы начинаете видеть те параметры, которые нужны вам в вашем бизнесе. Спасибо большое. Не переключайтесь, скоро включение с нашими новыми партнерами.